сразу люди остановились. Как он так умудрился, что-то не понимаю. Может, он просто не вовремя среагировал на поворот. И, ну, тогда вот, не знаю, тогда автомат... Да, он прям по прямой в столб вошел. Ну, вот. В карман не попал, что вы не понимаете. Да вот же. Ну, усилил, наверное, я не знаю, как это еще назвать. Это вот, уж никак нельзя так пройти. Частный таксист. Ну, судя по всему, он явно...